закончилось судебное заседание по продлению меры пресечения в отношении моего подзащитного Сервера Мустафаева. Заседание прошло в штатном режиме. Прокурор ходатайствовал, так как дело уже закончено и подписан прокурором обвинительное заключение, прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения сроком на 1 месяц. Мотивировал свое ходатайство прокурор тем, что мой подзащитный может угрожать свидетелям, может скрыться, может иным образом воспрепятствовать ходу дела, и все его аргументы, они сопровождались именно словом «может». И Сервер Мустафаев относительно данных аргументов выразил позицию, что это риски, которые предусматривает прокурор, что под словом «может» может быть аргументировано абсолютно любое событие. Любой человек может быть наркоманом, любой мужчина может быть насильником только потому, что он является половозрелым. Таким образом, была показана вся несостоятельность довода стороны обвинения. В своей речи в прениях сторон Сервер высказывал позицию о том, что в принципе весь процесс носит формальный характер, и это подтверждается тем, что завтра в отношении него будет состояться апелляция на предыдущее продление меры пресечения. Также позицию относительно того, что в отношении него выдвинуты 2 серьезных обвинения, назвал подходом, который ничем не аргументированным, таким, который нарушает не только международное законодательство, но и законодательство Российской Федерации. И высказал удивление относительно того, что вчерашние соседи, которые бок о бок прожили долгое время с крымскими татарами в Крыму, сегодня являются теми, кто обвиняет в терроризме и вешают ярлыки предателей. Это то, что не укладывается в голову, сказал Сервер. Естественно, суд попытался прервать его выступление, назвав это отходом в политику и желанием пообщаться, но тем не менее свою точку зрения Сервер выразил и выразил надежду, что точно так же, как в 1944 году, когда были навешаны ярлыки предателей, так и сегодня навешаны ярлыки террористов, обязательно будут признанными несостоятельными всем сообществом, не только международным, но и внутри российского государства.